Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт, и сегодня я попробую определить самый лучший лук в игре Skyrim. Ну что, ребят, давайте я вам покажу, какие луки я выбрал. Я выбрал кое-какие топовые и уникальные луки. Сегодня у нас будет дейдрический лук, двемерский черный лук судьбы, драконий костяной, и также у нас будет самые максимально мощные стрелы, это драконьи костяные, зефир, лук Анги, лук Ауреля, соловьиный лук и стеклянный лук короля оленей, который полностью прокачан. Начнем мы, наверное, с дейдрического лука. Я сейчас сохраню. У меня в навыках прокачана стрельба на соточку. Луки вообще не улучшены. И сложность давайте поставим на максимально сложную. Это мастер. Мастер. Ну, почти максимально. Максимально это легенда. Но мастер это перед легендой. И теперь будем давать по две попытки и будем пытаться выжить. Выжить, чтобы нас не убили. Окей. Окей, давайте сохраняемся и поехали. Так, дубинка сразу появилась. Ой, как медленно. Уу! Ой, вейтран классно видно. Так, попытка не удалась, друзья. Ладненько, конечно, натягивает тетиву дейдрического лука очень медленно. При том, что у меня прокачано полностью. Там же еще плюс 30%. Представьте, без 30% как будет медленно натягиваться. Ладно, давайте пробуем дальше. Судья, олень, который сверху наблюдает за картиной. Но мне кажется... О, черт. Кстати, картинка теперь другая, пейзажа. Не сработал. Ладненько. Дейдрический лук с уроном 57, скажем так себе. Ну, его можно улучшить, и обладает он, конечно, уникально устрашающим видом. Классная вещь. Следующий лук, который я буду тестировать, друзья, это драконий. Драконий лук, и давайте сохранимся. Поехали. Воу, подождите-ка. Вы обратили внимание? Вау! Драконий лук натягивается быстрее. Быстрее, чем дейдрический. Вы представляете, это значит что? Это значит то, что у него урон больше и он быстрее. Ого! Ого. Кстати, в плане в броне, то броня сильнее дейдрическая, чем костяная. Я просто думал наоборот. А насчет оружия, то наоборот. И плюс он еще быстрее. Это нигде не сказано. Ладненько, давайте. Давайте пробовать выжить теперь с помощью скорости. И скорость может повлиять. Смотрите, выскочил крит. Точнее, не крит, а стан. Это последний перк 15%. На то, что наша жертва парализуется. Но я чувствую, это мне не поможет. Если сейчас он подойдет и шмякнет по мне дубиной. Воу! А не кажется ли вам, что скорость все-таки повлияла? Ой, красавчик, видели, как он подпрыгнул? Такого еще не видел. Скорость нифига себе как влияет. Все-таки это 15%, но если вы стреляете намного чаще, то и шанс-то больше. Вы посмотрите, как он ловко натягивает эту тетиву. Ну, 15% сработал. Опять эта перка сработала, и нужно расстреливать. Ого! Очень быстро. Очень мощно. И, как видите, драконий лук делает дейдрический и по урону. И по скорости. Обалдеть. Ладненько, друзья. Ладненько, давайте рассматривать следующий лук. Следующий лук у нас... Это черный двемерский лук. Как многие говорят, один из лучших. Ну, я так не считаю, но он уникальный в своем роде. Двемерский черный лук судьбы. 50% шанс для каждого из трех атрибутов поглотить 25 единиц здоровья, запасил или магии. Ну, считаю, ну... Поглощаешь ты магию, ну зачем? Ты же играешь за лучника. Поглощаешь ты здоровье. Ну ладно, это еще может повлиять, если кто-то подбежит и треснет тебя. Но если ты максимально здоровье, это никак не повлияет. И запасил, ну, фиг его знает. Ладненько, давайте его протестируем. Я сейчас сохранюсь. И натягивается он, по-моему, так же, как и драконий.
Да? Да, натягиваются так же быстро, как и драконьи, и это здорово. Ладно, поехали, высосали силышки. Да, 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 да. Конечно, молодец, что он поглощает, но это вообще никак не влияет. И почему-то паралич не выскакивает, друзья. Очень маленький шанс, почему-то нет. Черт, ну, пейзажи классные. Ладненько. По-моему, драконий лук его уделал, друзья. Удел еще как. Ну да, вы скажете, это все могло мне повезти, не повезти. Ну блин, почему у драконьего лука шанс такой большой? Давайте ради сравнения попробую сейчас один шанс дать. Еще, вы посмотрите, опять стан. Может, у драконьего еще повышенный вероятность стана, потому что, ну, очень много раз. Вы посмотрите, опять стан. Слушай, серьезно? Может, опять ему повезло, а, друзья? А Двемерскому просто не повезло? Или просто у драконьего тоже скрытый какой-то шанс дополнительного этого урона, а? Ладненько, едем дальше. Едем дальше. Следующий лук — это стеклянный лук короля оленей. Он уникальный, друзья. Он уникальный в плане в том, что стеклянный лук короля оленей, у него урон 48. Но изначально, если вы не убили определенное количество животных, то урона будет меньше. То есть, смотрите, обладатель получает все более эффективное благословение за каждые 20 животных. Точнее, даже не урон. Урон, по-моему, такой же. Но, друзья, смотрите, у нас есть благословение, и, по-моему, он работает, то есть, за каждых 20, но этот перк работает только до 80. Я это все проверял, я убил сейчас 100, и урон не повысился. Точнее, не урон, а вот эти вот способности. Смотрите, у нас есть тут дополнительный эффект, это благословение оленя. Вы получаете дополнительные 25 единиц здоровья и запас сил. То есть у нас становится больше здоровья и запас сил за каждые 20 животных. И таким образом, смотрите, у меня сейчас 295 здоровья и запас сил 125. Ну, по-моему, увеличилось только на 25. И здесь тоже не сильно намного. Мы стали чуть толще. Ну, как это повлияет на то, что я его буду уничтожать. Сейчас мы посмотрим. Так, это не тот. Вот, четверочка. Блин, я промазал. Там не было. Ну ладно. Я чуть-чуть перепрыгнул. Давайте протестируем лук короля оленей. По скорости он, по-моему, не сильно скоростной. У меня чуть больше жизни. Нашему великану пофигу. Ему реально пофигу на это все. Попытка номер два. Там никак не выскакивает. Так, давай! Черт. Ладненько, ладненько. Пофиг, друзья. Пофиг на те жизни. Так что короля оленей — это только название уникальное. Следующий лук, который я пропустил, это обалденный лук соловьиный. У него урон 57, нифига себе. И плюс дополнительно 30, и плюс дополнительно 15. 30 это урон холодом и 15 электричеством. Неплохо, да? Так, ну что ж, давайте попробуем им. Я сохранюсь, выжить. Натягиваются тоже тетива, по-моему, медленно, как у Дейдрического. Но стан сработал, и урон у него очень мощный. Блин, я еще мажу. Конечно, вот эта вот штука, честно говоря, мне мешает целиться как-то. Он довольно такой габаритный. И этот лук на любителя, друзья. Но урон, конечно, как кувалдой. Перестану мазать. Да, он просто еще в частый стан выпадает. Вау! Вау-вау-вау! Завалили, друзья. Первая попытка на изи. Он просто не мог даже и шаг ко мне сделать. Давайте посмотрим следующее. Опять стан. То есть, может быть, у некоторых луков станы — это более частое явление, а у некоторых более-менее. Нормально валит. А может, мне просто везет. Сейчас он подбежит. Даст мне тычечку. Но. Воу, он не подбежит. Я развалил. Лук очень крутой. Ну, конечно, недостаток. Он медленный недостаток. Но урон у него действительно топовый. Ладненько, друзья. Первый лук — это у нас был Дейдрический. Так себе. Драконий себя очень хорошо показал. Двемерский ни о чем.
Лук соловьиный очень мощный, я считаю, на лучший, оленей ни о чем. И следующий это у нас лук анхи. Лук анхи обладает уникальной способностью, которая тут не пишется. Он на 15% быстрее натягивает тетиву. Я его просто взял ради прикола. Давайте попробуем, что он вообще, может у него есть какой-то шанс скрытый дополнительного стана. Все точно так же, друзья. Ой-ой-ой. А ну, быстрее. По-моему, одинаково, да? Да, по-моему, одинаково. Очень быстро. Очень быстро натягивается. И урон, между прочим, неплохой. Очень неплохой. Хотя он маленький, но он помог все-таки мне запустить его в стан. И скорость делает свое дело. И плюс его можно улучшить. И таким образом самый, казалось бы, обыкновенный и никому не нужный деревянный лук просто уничтожил великана. Ого! Я, честно говоря, я взял его чисто, знаете, ради шутки. Я думал, он вообще ничего не может. Но при прокачанном перке он... Вау! Вау, какой... Слушайте, он же, по-моему, еще даже уникальный текстурный, да? Или мне кажется? Напишите мне, надо будет сравнить. Его скорость повлияла, и все работает отлично. Ну, давайте дадим ему второй шанс. И мне кажется, второй раз мне так не повезет. Очень шустренько. Очень шустренько он натягивается, и большая вероятность того, что выскочит шанс на паралич. Но сейчас, наверное, мне это не повезет. Да! Все-таки развалял. Но один раз он все-таки убил. Отлично. Ладно, друзья, давайте рассматривать следующий лук. Следующий лук это у нас зефир. Мой любимый лук, который обладает уникальной способностью натягивать тетиву на 30% быстрее. А с перком, который у нас есть в стрельбе, плюс 30%, то по идее должно быть плюс 60%. И он должен быть как бы самым скоростным луком. Ну, давайте сверим его с драконьим. Шустренько. Но, по-моему, друзья, по-моему, одинаково. Хотя, мне кажется, может быть чуть-чуть быстрее. Да? Может быть чуть-чуть быстрее. Ладно, давайте убивать. Не, он быстрее. Он явно быстрее это чувствуется. Он прям как автоматик маленький. Это мне как бы повезло. За счет скорости. Просто последняя стрела. Не-не-не, ребят. Ой, он быстрее всех, по-моему. И за счет скорости у нас есть повышенный шанс, что нам выскочить этот перк. Плюс 15% криту. И мы все-таки завалим нашу жертву. Ну и плюс прокачивать можно до бесконечности урона. А с такой скоростью... Фу, как он головой стрял-то. Не, он быстрее, друзья. Вы посмотрите, как он натягивается. Ого, черт! Скорость, друзья, все-таки в луке влияет. Вы просто как будто с автомата расстреливаете. Как будто с автомата. Вау! Ну и последний лук. Это уникальный лук, друзья. Я немножечко просмотрел его параметры и удивился. Я посмотрел, смотрите, у него 39 урона. У Зефира у нас 36. Но его можно еще улучшать. И плюс 20 дополнительного урона солнечным светом. Еще дополнительный урон. И задумайтесь, нежить получается тройной урон. Тройной, мать его, урон. Так выходит, сколько у нас? 59. А тройной это 177. 177 урона нежити. Нежити в игре очень много. Я считаю, что он даже, наверное, лучше, чем зефир. Намного лучше, чем даже все вот эти вот все вместе взятые. Насчет скорости, я, кстати, его тоже протестил и был немножечко удивлен, друзья. Смотрите. Зефир, собственно, персоной. Очень быстро. Очень быстро натягивается тетива. И, по-моему, точно так же быстро, как у зефира. Вау!
Тут, конечно, дополнительный урон у нас не сработает, но скорость у него обалденная. Промазал. Может быть, если бы не промазал, то победил бы. Ладно, попытка номер два. Кстати, Зефир выиграл в двух. Может, просто он очень везучий? Нет. Тоже шанс паралича. Очень быстрый. Очень крутой. Самый топовый. Друзья, я выбрал победителя. Победитель — это лук Ауреля. Самый, блин, крутой лук, который только есть в этой игре. Если вы играете в Skyrim, вы обязательно должны пройти Даунгард. Это главный квест вампиров, и получить этот лук. Потому что он лучший. Я официально признаю, мой канал Мистер Кэт, лучший лук в игре — это лук Ауреля. Мне давно за него писали. Во-первых, он обладает очень красивым видом. Во-вторых, он дополнительный урон нежити. Да, его нужно качать, но, блин, друзья, он лучший. Следующий лук, который я бы выбрал, это, конечно же, лук Зефир. Не знаю почему, но скорость играет большую роль. А с луком Ауреля у них одинаковая скорость. И если вы до лука Ауреля не добрались, то лук Зефир вам очень поможет. Это вам нужно взять Воины Этерии, найти книжку и пойти по квесту. Не обязательно же проходить этот квест, можете найти его намного раньше. Я думаю, многие знают, как его найти. Или можете погуглить, сейчас не буду рассказывать, и получить этот уникальный лук, который можете улучшать и с ним, например, допроходить до лука Ауреля. Лук Анги, честно говоря, для меня было какое-то открытие. Я думал посмеяться и сказать, что подумаешь, что это такой вот лук, но он победил в двух шансах против... Не, в одном шансе, но, блин, друзья, он очень крутой, но очень скоростной и повлиял. Все остальные луки, которые обладают уникальными свойствами, драконий, двемерский черный лук судьбы, он как-то мне не зашел, я не знаю. Также соловьиный лук очень медленный и большой, он чем-то мне неудобен, хотя урон у него топовый, несомненно. И стеклянный лук короля оленей, ни о чем. Реально. Убить 80 животных, чтобы получить мизерный бонус. Это неинтересно. Ладненько, друзья. Это был канал Мистер Кэт. Сейчас попробуем сбить этого судью, который там поселился. Вау. Тут еще олени. Хотя нет. Он мне нравится. Он реально крутой. Он просто любуется пейзажем. Вы только посмотрите. Он любуется этим красивым видом в игре Special Edition. Класс. Ладненько, друзья, это был канал Мистер Кэт. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И если вы знаете, может быть, еще какой-то лук, который я упустил, пишите в ваших комментариях. Или для вас какой-то лук считается лучшим, тоже обязательно напишите. Всем счастья, добра, друзья. Это был я, Иван. Пока. У нас очень жарко. Очень-очень, блин, жарко. Пока.